Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу пригласить вас попутешествовать в далекую историю нашей страны. В стародавние времена вместо президента в России был царь. Жил давно в России царь, очень мудрый государь. Он без дела не сидел, делал за день по 100 дел, одержал побед немало, мореходом был удалым. Он и плотник, и кузнец. Кто был царь тут молодец? Петр I. 350 лет назад родился младенец. Будущий русский царь и первый российский император, сумевший провести самые смелые реформы в истории России. Появление на свет Петра I было связано с таинственным предсказанием. Два монаха, Симеон Полоцкий и Дмитрий, по звездам предсказали царю Алексею Михайловичу, что у него родится сын Петр, и что именно он из всех детей наследует престол и станет героем, с которым не сравнится никто из современников. И в ночь на 30 мая, по новому стилю 9 июня 1672 года, в Теремном дворце Кремля у царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны Нарышкиной родился сын. Удары большого колокола Успенского собора Кремля нарушили утреннюю тишину столицы. Веселый перезвон и торжественные молебны продолжались весь день. Так, по традиции, отмечалось прибавление семейства в царском роду. Праздник назывался «Государевой всемирной радостью». 29 июня новорожденного крестили в Чудовом монастыре и назвали Петром. В честь этого события был накрыт родильный стол. В грановитой палате Кремля собрались гости и привезли маленькому Петру подарки. Хрустальные кружки, золотые кубки, перстни и кресты. Гости дивились на огромную коврижку, которую украшал государственный герб. Два орла, отлитые из сахара, весом больше 20 килограмм каждый. А еще сахарные лебеди, попугаи, утята. Даже сахарный крем с башнями и пушками, пешими и конными воинами. Сахар на Руси в те времена считался редким и дорогим угощением. Для маленького царевича взяли кормилицу и целый штат мамок. Воспитанием царевича до 5 лет занимались только женщины. Его колыбель обтянули турецким бархатом, расшитым золотыми и серебряными нитками. Перинку сшили из тафты и набили белым лебяжьим пухом. Когда Петру исполнилось 5 месяцев, ему нашили кафтанов, шелковых, атласных, парчевых. Шапка у него была унизана жемчугом и самоцветными каменьями. Имелись уже и башмачки, тоже унизанные жемчугом. На свой первый день рождения в подарок он получил потешную лошадку с серебряной уздечкой и стременами. А в оружейной палате Московского Кремля до сих пор хранится потешная карета, которую сделали Петру, когда тому исполнилось 2 года. Карета была удивительная. Чуть выше колеса большой кареты от настоящей она отличалась только размерами. Да и лошади в эту карету тоже запрягались настоящие, только очень маленькие, особой породы. Будущий император рос физически крепким, подвижным и очень любознательным. Но более всего любил он военные потехи. Когда просматриваешь описи, приобретаемые для 2-летнего царевича игрушек, возникает ощущение, что читаешь описание небольшого арсенала. Луки, игрушечные барабаны, маленькие знамена, копья и даже топоры. На 4-м году жизни Петра умер царь Алексей Михайлович, отец мальчика. Новым царем стал сводный брат Петра Федор Алексеевич. По старорусскому обычаю Петра начали учить с 5 лет. Его учителем стал подьячий мелкий чиновник Никита Зотов. Петр легко заучил наизусть Евангелие и Псалтырь. А вот хорошо писать он так и не научился. Буквы выводил с трудом и до конца жизни писал с ошибками, используя бедный словарный запас. Любимым же занятием царевича было слушание рассказов о старине, об Иване Грозном, Александре Невском, а также рассматривание книг с картинками, на которых были изображены исторические сцены. В военных играх равных царевичу не было, и они усложнялись с каждым днем. В играх начали участвовать сверстники. Маленькому царевичу постоянно изготавливали в придворных мастерских или покупали на рынках луки, деревянные ружья, пистолеты, барабаны и знамена.
Этим оружием играл царевич сам и вооружал свой первый Петров полк, состоявший из сверстников детей придворной знати. Когда Петру было 10 лет, умер его брат Федор. Произошли страшные события, которые остались в памяти будущего императора на всю жизнь. Десятилетний Петр стал свидетелем жестокой расправы над близкими ему людьми. Маленького Петра венчали на царство, правда, царствование его было довольно необычным, потому что царствовал он сначала вместе со старшим братом Иоанном. Для них даже сделали специальный двойной серебряный трон с высокой спинкой. Но поскольку Петр был слишком мал для царствования, власть перешла к их сводной сестре Софье. Софья была властной, умной и очень честолюбивой женщиной. Царица Наталья вместе с сыном вынуждена была отправиться в село Преображенское под Москвой. С каждым годом интерес Петра к военному делу увеличивался. Ради забавы Петру построили крепость со стенами, башнями, рвом и подъемным мостом. При постройке крепости Петр сам деятельно работал, помогал рубить бревна, устанавливать пушки. Из Петрова полка он уже сформировал, одел и вооружил свое потешное войско, состоявшее из ровесников по мальчишеским играм. Постепенно царь вырастал, и вырастали его солдаты, и заменили она свое потешное деревянное оружие на настоящее. Два потешных полка, Семеновский и Преображенский, переросли в будущем настоящую армию, служившую верой и правдой царю и отечеству. Таким образом, детские забавы маленького Петра легли в основу формирования Российской императорской гвардии. Весной 1688 года царь Петр I обнаружил брошенную в амбаре лодку и приказал ее отремонтировать. Лодка была спущена в реку Яуза. На ней юный Петр учился ходить под парусами. Плавание в детские годы пробудило в Петре I страстную любовь к мореплаванию в будущем. Царь изучал теорию кораблестроения. Ему все было нужно знать. Как корабль строить, как на станке столярном работать, как сапоги шить. Не умел он сидеть без дела. А царевна Софья считала военные занятия Петра глупым сумасбродством. Но, однако, была довольна тем, что он не вмешивался в царские дела. Но время шло. Юный Петр подрастал. И в 17 лет стал полноправным правителем российского государства, отстранив от правления свою сестру Софью.